Мне мама записку напишет. Дайте поспать. Вы учитель, примите у нас экзамен. Я уже много чего сегодня принял. Дети, сейчас будем сдавать кое-что интересное. Алгебру, историю. Сдаем кровь, третью положительную, пожалуйста. На самом деле будет экзамен на стойкость. Надеюсь, вы все хорошенько подготовились. Это же штука. Я выдержу! Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь провалил этот экзамен. Ну и что здесь сложного? Ты уронил. Ай, отпустите, что вы делаете? Стало еще сложнее. Ух, сложно. Что это такое? Что это у тебя, шпаргалка? Ты такой плохой мальчик, и тебя нужно наказать. Его наказание я беру на себя. Что, опять? Мне уже 30, и я не замужем. Но ему всего 15. И я подожду. О нет, меня исключат, я буду вагнем, мне конец. Если я сдам этот экзамен, мой папа будет доволен. Я не хочу, чтобы он был доволен. Я все провалю. И я тебя уничтожу. Ты не обойдешь меня на экзамене. Черт, моя мобила. Пошел вон из класса. Телефоны запрещены. Я знаю, как провалить экзамен. Алло, да? Чё? Ничем не занят. Слышно плохо, да? С кем ты разговариваешь? Старатель? Здравствуйте. Спасибо за ваше пожертвование в школе. Ваш сынок точно все сдаст? Молодец. Предупредил папу, что на экзамене. Какой умный мальчик. Внимание! В школу пробрался злодей. Срочная эвакуация. Спасайся, господи, кошмар! Сидеть! Звонок для учителя. Все герои ничтожества. Я всех тут убью. Так, ты, новенький, заткнулся и сел на место. Я вообще здесь не учусь. Сел. Я ничего не знаю. Дай списать. Нет. Она воткнула мне карандаш в руку. Экзамен идет, а ретише. Я ничего не знаю. А у меня есть суперспособность. Я могу стереть твои плохие отметки и свои отпечатки с денег, которые получу. Ну ты понял, понял, да? Наверняка это проверка на честность. Я не поведусь. Нет, я реально хочу взятку. Да, мы тут деньги на новые шторы собираем. Ура-рака. Ну, стоило попытаться. Если я полапаю учителя, меня точно исключат. Хватит. Это хватка настоящего героя. Да что такое? И голос такой громкий, так вдохновляет. Я тоже могу орать. Нормальный, пошел вон из класса. Да ты меня бесишь! Так, Бакуга, за драку пошел вон. Это я на него напал, выгоните меня. А ты молодец, мы давно хотели ему навалять. Учителя вообще озверели. Отстой на бычкальника. Много задали по математике. А меня мама после 7 гулять не пускает. А у меня долги по ЖКХ и ипотеку платить нечем. Вот отстой. Чего? О нет, меня не должны раскрыть. Всемогущий знает, что я злодей. Но кроме него никто не догадывается. Мы знаем, ты это все вслух говоришь. Чертовы дети, надо избавиться от них. Мы все еще тебя слышим. Я всегда рад новым ученикам. Добро пожаловать в Нью-Йорк. Вот это поворот. Я проведу экзамен на силу. Вот вы двое, приготовьтесь драться. Дэк, мой хороший мальчик, тебе нужно исправить стойку. Вот локоточки повыше подними, вот встань чуть-чуть правее. Вот так правильно? Тебе правильно. Пойду прилягу. А что ты будешь делать, если я сотру твою причуду? Да я и без причуды могу. Да я тебе руки переломаю. Нельзя сломать то, что уже сломано. Стоять, Мидория, приберись тут. Но у меня сломаны руки. Давай я помогу. Спасибо, на тебя всегда можно положиться. Для следующего
будущего задания вы должны разделиться на две команды. Капитанами будут Тодороки и мой хороший мальчик. Остальных участников они выберут сами. Выбираю вот того стремного мужика. А, беру Рараку. Остался только Бакуга. Тогда я беру вон тот пакет мусора. Да это даже не человек. Ну, зато это не ты. Да, ты самый клевый мусор-кун. Да ты серьезно? Вы герои и должны все делать по-геройски. Убейте таракана. У моего мусинга. Да что вы делаете? Это ж просто таракан! Не знал! Ты нам все запорол! Это все из-за тебя! Да откуда у тебя руки растут? Отовсюду! А этими? Я шью косплей! Что значит не сдали? У меня есть ваша голая попка, а у меня твоя. Проехали. Что значит не сдали? У меня есть ваша голая фотка. А у кого ее нет? Заходи на мой Патреон. Но там ведь теперь нельзя выкладывать такой контент. Тогда на Тумблер. И там тоже нельзя. Я не проживу на зарплату учителя. Все из-за вас, тупые дети. Вы портите мой интернет. Экзамен на общие знания. Вопросы простые. Бакуга, возьми интеграл, а ты никому не нравишься, да тебя все ненавидят. И подели на 4. Чего? Подели на 4. Что, не знаешь? Не сдам! Следующий вопрос. Кто хороший мальчик? А, Д, В, Мидория, В, Изуку? Нельзя сомневаться в таких вопросах. Провалено! Тодороки, сколько будет 1 + 1? А? Правильно, 2. Черт! О, вас тут валят! Я точно знам, я готовился! Назови число пи до тысячной цифры! Но это же невозможно! Ты останешься на 2-й год со мной навечно, вечно, вечно, вечно! 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 4, 6. Ах ты маленький умный засранец! Следующий вопрос простой. Как зовут преподавателя? Полная! Неверно! Назови так, чтобы мне понравилось. Я лучше на 2-й год осталась. Вот и правильно, мой мальчик. Дайте скотч! Сейчас экзамен на лучшее представление героя. Я первый! Что за лишний пафос? Не сдал! Теперь ты! Молодец! Скромность украшает героя! Давай, ты сможешь! А чё? Ну где же ручки? Ну где же ваши ручки? Давай поднимем ручки и будем танцевать. Ну где же ручки? Ну где же наши ручки? Не сдал! Я покажу тебе, как сдать экзамен. Ах, всемогущий, вы мой герой! Я всегда хотел быть похожим на вас! Ты мой хороший мальчик! Я ставлю тебе 5! Видишь, как просто? Теперь ты! Всемогущий, я всегда... Чё, как там? Хотел вас? Ты, кажется, не мой мальчик и даже не хороший. Ничего, в следующий раз получится. Я думал, я один такой неподозрительный взрослый, с которым ты проводишь много времени. Ты, наверное, уже и ДНК его пробовал. Нет, клянусь, я пробовал только вашу. Точно, твоя сила стала ослабевать. Ты должен съесть мои волосы. Какая гадость! А это обязательно должны быть волосы. Хочешь, наверни ногтей. Фу, отвратительно. Да что тебе все не нравится? Ну на, лизни под мой хвост. А сейчас у нас будет экзамен на выживание. Какое там было условие? Чтобы выжила вся группа. Собай тайку! Собай! Садимся писать последний экзамен. Я уже хочу домой, поэтому я вам ни разу не подсказываю. А, Б, С, С, Б, В, А. Наконец-то меня осенило! Осталось 10 секунд, я успею! Мальчик мой, надеюсь, тебе ничто не помешало ответить на этот тест! И остаться со мной навечно, вечно, вечно. Да я понял уже. Сдаем работы. Поздравляю, вы все завалили экзамен, кроме одного.
одного человека. Да, какой я молодец! И он не подписал работу. Нет! Вот поэтому я ненавижу героев.